Так, привет вам, морячки. Привет. Будем отжимать точку А, как мы уже решили. Да, и слава богу, потому что Соломоновые острова, наверное, скоро будут в кошмарных снах нам, да? Видеться. Это точно. Так, что у нас по командам? По одному авику, да? Пятерочек, половина. Да, по-моему, пятерок. И... Ну, смотри, даже какие-то тройки затянуло. Ну, Сент-Луис. Ну, а у нас Тенрю. Ну, Тенрю тут, наверное, даже лучше против пятерок, потому что Сент-Луис такое, он там мелким он опасен. И этих эсминцев маловато, видишь? И, кстати, хорошо, что у нас их больше. У нас, получается, три, да? Да, у них два. Это в этом режиме, в принципе... Так, я вижу, верно. Народ уже поплыл, а мы все еще подгружаемся. Ну, я уже подгрузил. Да, я сейчас только буду походить бой. Смотри, а у нас как-то странно, то ты раньше, ты раньше. Я не знаю, что это зависит. Так. Стоп-кран у кого-то, да? Да. Нажал и поперло. Такс. Что ж. Что, с нами еще одна маха идет, я вижу, сзади, да? Хорошо. А, линкоры что-то по центру. Ну их так бросило, они сейчас порасползаются. А куда вот этот вот отворачивает непонятный чувак? Кто? Изяслав? Не, это линкор. Куда вот он лицом на точку С смотрит? Что это за ботва? Он что, туда собрался? А я не плыть? Знаю. Ну пусть плывет, он хочет заплыть вот в ту самую дырочку на точке С, и в этом быстренько сейчас разберут. Не, ну была такая... Не развернется, наверное. Была такая тактика у чуваков, у некоторых, такая типа умная, затопить корабли, чтобы там враги не прошли. Может он... Так вот он о чем, Михалыч. Так может он последователь там этого всего дела? Адепт. Адепт. Так, ну сейчас нас... Здесь я вижу, карта такая достаточно большая. Да. Мало то, что большая, тут еще... 12,7 дальница, кружочек такой маленький относительно карты. До точки Б, вот, до зоны захвата Б я не добиваю. Хорошо. Так, знать бы, где их не эсминцы. Потому что у Фурутаки не хватает дальнобойности, хотелось бы чутка набросить. Что-то вот мне уже не нравится, куда я иду. Чего? А я обнаружен, кстати. Силы противника на горизонте. Я еще не достаю. Так он какой-то странный. Ох, на 3, почти на 4 косаря. Это чем ты его так огорчил? Никсперт. Фугасами? Да. А че странно? Может, Джонни захватчик? Посмотри, что на нем написано. Опасный чувак. Да. Ты смотри, с ним надо быть очень аккуратным. Он на Кенигсберге правильную тактику выбрал, смотрю. Блин, вот я зря. Сейчас. Хотя нет, повезло мне. Только в настройки он мне попал. Так, я уже кого-то достаю, да? Вот так. У этого Джонни лучше. Я не достаю Джонни. Он просто кормой, понимаешь? Он постоянно, получается, где-то стоит на грани моей дальности. Умный. Да, поэтому я уже... Что-то он по мне раздумал стрелять, что ли? Хоть кого-то цепануть. Так это, правда, линкор, и надо мне петлять. О, Конго. Здравствуй, Конго. Это опасный, кстати, очень чувак. Да я уже понял, что все плохо. Не то чтобы все плохо, но Конго это опасно. То есть он на меня обидится и... Меня обидится, потому что я по нему стреляю. Ну что же по нему стреляю? Вот я молодец. А ты уперся в край карты? Да, я любимое дело. Да не в край карты. А, в остров даже? Это же островов до хрена. Ладно, сейчас попробую как-то отсюда вывернуться. Ух ты, как это он так уже близко подошел. Фурутака. Подкрался. Подошел, он уже подкралась незаметно. Они вон за остров уходят.
Ох, он уже и поиграл. Да. Он так вдруг появился из-за острова, я сам не понял. Ну такой коварный тип. Ну, торпеды бросил, но, по-моему, никуда. Через зацепи там махнулось. Не вроде не. Ну вот у них эти фурутаки, кстати, они точку Б взяли. Взяли. Я вот только не знаю, что сейчас нам делать. Нам надо давить вот этих двоих, их двое всего. А нас тут вроде как много. Ты понимаешь, мы сейчас уйдем от точки А. Так она уже захвачена. А, в принципе, там сзади у нас тянулся еще куча наших барбосов, если что. Я просто боялся, мы сейчас пойдем давить, а в это время потеряем точку А, потом придется отбивать все. Мы сейчас две точки держим. Это им надо давить, а не нам. Ну, как бы да, но еще же надо в этих убивать. Вот, но там эсминец вот этот вот уже катается вот здесь. Вот. Видишь? Ну, я не достаю, понятно. Там народ занимается. Как бы давить-то, это хорошо, но вдвоем мы с тобой не задавим. У нас там вон два линкора. Так, мне надо разворачиваться. Наверное, кинуть на них торпеды. Блин, шо этот ихний линкор творит? Сейчас попробую торпедами убить. Потому я что таки... его что-то... Какой-то он не от мира сего. Да, он немножко такой не в адеквате чего. Но он, правда, сейчас раз отрезнется, блин. Да, пушки очень злые. У него пушки злые. Так, я сейчас уже украю картами еду. Мне кажется, он сейчас край карты и упрется. Он как-то идет прямо так. Его торпедами не достаешь, кстати. Аккуратно, мы там торпед накидаем. У меня 5,5 торпеды, я вижу твои, а мне до него дальше. Сейчас еще ближе подойду и шварану больше. Может, сейчас еще раз. На всякий случай. Так, ну, он снова по мне, конечно. Ну, зато пока он в следующий раз... Нет, по-моему, ему кранты, сейчас наши торпеды просто... Мои точно, по-моему, попадают. Что мои слишком широкие. Понимаешь, он так и идет, вот скользит по краю карты, что когда бросаешь, все. Не, ну, хорошо, ты вот. Что-то три торпеды. Скилингор потоплен. Да, теперь этого мелкого. Да. Наша команда получила преимущество. Блин, ну, недалековато. 16 километров, это мне еще. Топать и топать до него. Так, ну что, неплохо. Торпедировали, а ты говорил, зачем нам ахи торпеды? Ну, кто ж знал, что дадут так подойти близко. Ну, вот бывает. Тут понимаешь, разнораз. Горю, блин, и не чинюсь, и горю, и не понимаю, чего же я так горю. Так. Неполадки устранены. Ладно, надо сейчас с тобой разойтись. Разойдемся. А, ты сюда, я понял. Не, ты влево иди. Нью-Йорк вышел, мне он сейчас удобнее. Давай, мне тоже, я по нему сейчас еще торпеды кину. Уходим вот так, на всякий случай. И пойду в разворот. Он пока нас не смотрит. Этот крейсер обнаглел, мне кажется, я сейчас помогу стрелять. Ты смотри, шустренько еще, я еще как-то вырвлю. А че? Правда, косой немного. Все, Нью-Йорк ушел. Хорошо! Миоги есть, жертва разбоя. Я хочу крейсера этого покарать, потому что он что-то такой, он... Вот, там Миавик рядом, смотри. Кстати, слушай, может... авик уже такой покоцан. Ну, потому что, наверное, кто-то с ним повстречался. Так. Да, давай уже выдавливать этого Кёнигсберга. А там, если будет авик, постреляем по нему, если будем доставать.
Киксберг уже, наверное, понял, что тут. Так, сейчас Миоги тут справа покажется. Миоги я что-то не боюсь. Я на нем поиграл и понял, что... А я вообще... просто его достаю по дальности, а Кёнигсберг нет. Ну, я пока того не достаю, ни того, ни другого. А, не вышел, сейчас. Вот ты и появился, Миоги. Ух ты, а они точку С, кстати, берут. Пойду-ка я к точке Б, потому что у нас здесь что-то очень много крутится. Да-да. Я буду просто поворачивать, да, и заодно по мелке постреляю. Что я вижу, Нью-Йорк занимается Кёнигсбергом, хотя мелки ближе к нему. Потому что ему больше тут нравится. Ну, наверное, да. Он на него больше злой. А, смотри, сейчас наш эсминчик возьмет точку Б и будет нормально. Да, потому что... Там у них, кстати, какой-то крейсер берет нашу точку. С, точнее, не нашу, а общую. Будет, мы взяли, все уже мы потеряли. Все уже мы потеряли. Она свою нам принесла, что плаву. Ну да, посмотри, потому что там как бы все было дергаться, нечего. Главное тут не про дурака кого-то не сделать. Да, просто теперь аккуратненько. Добивать. Ну, не знаю, мне Маха очень нравится. Вообще. А Маха ну, хороший. У меня уже мне сейчас уже 122 попадания за наши. На реально пулемет. Ну да, плюс еще когда не вот. Просто там... попадает, еще какой-то урон наносит. Еще когда второй корпус будет, там еще дальность добавится хорошо. Ну там убираются пушки, ты говорил, да? Да, но скорострельность там тоже. И дальность. То есть это ж важно, когда ты на 2 километра дальше стреляешь. Бегает от меня этот. Кто? Йоги. Да, он спрятался за остров, я тоже не достану. Там ну, я думаю, по нему эсминец как-то разберется, хотя он, конечно, торпеды пошли. Три, да, забрал. А где авики? Ну, был же ж вот там вот. За, вот ага, бункеры куда-то по А пошли тогда. Слева, вниз. Слева, вот он там возле островка и был. Мози вот это, который на Б. Сколько сейчас там? Мы 8. Найдем его. Раз, два, три, четыре, пять, да? Да. Иду искать. Главное, чтобы наш авик убежал вовремя. Может как-то так красиво пройти, чтобы к точке С заодно наведаться. Они, наверное, там держат точку. Ну пусть держат. Посмотри на счет, мы уже просто не успеем ничего сделать. Сейчас будет 1000. Давай, давай, давай. А вот черт, давай. Я чуть-чуть и достаю. А я достаю. Ну и широких штанин. Не успею стрелять. О, давай. Ну, цитадельку фугасиком. А сейчас ББшечкой. Да, ну попробуй. А, все, не успел. Как не успел? Успел. Да ты еще и убил его. Да. А ты говорил ББшки. Нет, ну там, наверное, уже чем угодно убил. Ну что, очень достойно. Ну да, конечно. Нет, ну у нас, конечно, этот Николас, да, смотри, сколько настрелял. Ну вот тебе эсминец, видишь. Да, ну что, спасибо за бой. Спасибо, давай. Все, пока. Счастливо.